Здравствуйте, дорогие друзья автомобилисты. Многие на лето снимают термостат с автомобиля. И таким образом, аргументируя, что двигатель легче работает, легче охлаждается, двигатель не нагревается или не перегревается, ну и всякое подобное. И вот мне в комментариях задали вопрос, стоит ли это делать или нет, насколько это правильно, а насколько неправильно, есть ли какая-то в этом целесообразность. Давайте разбираться. Итак, друзья, для чего придуман термостат? Термостат придуман для того, чтобы двигатель быстрее прогрелся. То есть, когда мы запускаем двигатель нашего автомобиля, вначале охлаждающая жидкость у нас циркулирует по малому кругу, так сказать, обходя радиатор. То есть, через радиатор она не идет, просто проходит, прокачивается через двигатель. Друзья мои, это делается для того, чтобы нагрелась охлаждающая жидкость как можно быстрее. Двигатель ваш прогрелся, экономия топлива налицо. Теперь следующее. Двигатель нагревается до высокой температуры, и термостат начинает открываться. Термостат – это такая штука, которая не открывается мгновенно. Открывать мгновенно подачу холодной охлаждающей жидкости недопустимо. Поэтому термостат постепенно начинает приоткрываться, добавляя, так сказать, подмешивая охлаждающую жидкость, пропуская через радиатор. То есть в разогретую жидкость подмешивается специально охлаждающая жидкость, которая до этого находилась в радиаторе охлаждения и не участвовала в циркуляции по малому кругу. Позже, когда двигатель сильнее начинает прогреваться, термостат сильнее открывается, и так постепенно он открывается до полного открытия большого круга и закрытия малого круга. Термостат — это не фиксированный клапан, он постоянно находится в работе. Когда необходимо, он прикрывается, когда необходимо, он открывается. То есть по необходимости он подмешивает охлажденную охлаждающую жидкость, и по необходимости, наоборот, он убирает подачу охлажденной охлаждающей жидкости, то есть переходит на малый круг. И это движение происходит для того, чтобы постоянная температура двигателя была в пределах рабочей температуры. Если мы убираем термостат, мы сразу включаем на общую, то есть помпа нашего двигателя начинает гонять антифриз сразу по большому кругу. Двигатель не прогревается, двигатель изнашивается быстрее, так как он не доведен до рабочей температуры. Двигатель начинает больше кушать топливо со всеми вытекающими. Поэтому, друзья мои, конечно же, если у вас убитый наглухо хлам какой-то, который уже не жалко, можете выкидывать с него термостат, да без разницы. Заливайте в него хоть какой бензин самый дешевый и ездите. Но если вы, друзья мои, хоть маломальски хорошо относитесь к своему автомобилю, любите его, ухаживаете за ним, то, конечно же, необходимо, чтобы термостат находился в системе. И ни о каких таких понятиях, чтобы на лето убирать термостат, даже речи быть не может. Термостат должен находиться на своем месте как летом, так и зимой. Надеюсь, друзья мои, я достаточно понятно вам все объяснил. Если это так, ставим палец вверх, подписываемся на канал и не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Будьте здоровы, дорогие друзья, всем пока!